Вот, тем более СПП. Всем привет, дорогие друзья мои, подруги, с вами, как всегда, Алекс, и это режим зомби, да. Режим зомби, значит, у нас очень хороший. Сегодня выпуск будет очень необычный, потому что я расскажу и покажу о механиках игры, о прокачке, о вот таких вот механиках. И давайте перейдем сначала в снаряжение. Допустим, у нас закрытая ячейка, и ты, конечно же, видишь здесь акт первый. Вот, он продвигается. Когда ты начинаешь старт, у тебя есть задание. Вот, допустим, у меня задание сейчас 10 адских псов, криозаморозка. Берешь и замораживаешь их. К сожалению, я нашел только одного, но зомби справился. Ты таким образом продвигаешься по акту. У меня уже 33%, как ты видишь, и это еще не финал, далеко не финал. Дальше. Есть ежедневные испытания. Для чего они? Мы зайдем в оружейники, и сейчас я тебе все расскажу. Допустим, вот эти барабаны, они изначально закрыты. То есть на 40, на 50 и на 100. Да, они закрыты. Для того, чтобы их открыть, прокачать оружие на максимум, это не вариант, как я тебе скажу. Конечно, его надо прокачать. А также зайти вот сюда. Вот, выберите арсенал. И здесь ты нажимаешь оружие и, соответственно, вот, особые детали, и ты видишь особые детали. Оружие, ты видишь оружие. Допустим, чтобы открыть оружие, тебе надо выполнить дейлики. Да, да, действительно дейлики. Перки то же самое. То есть ты выполняешь перки. Снаряжение и модификации. Модификации это вот как раз мины, турельки и DDoS-атаки, ящики, серии убийств есть тоже, как ты видишь, они здесь тоже присутствуют, здесь их надо открывать, иначе они не появятся. Сейчас я, как ты видишь, открываю вот такое вот испытание. Вот такое вот испытание на вот эту вот пуху, Саутмейстер, как-то она там называется, уже неважно. Значит, когда ты выполняешь ежедневные испытания, убить противников 50, приняв тактическую стойку. Тактическая стойка — это когда ты как бы от бедра стреляешь лазером. Да, это как, ну, новая тактическая стойка, в общем. Shift нажал, да, если ты на клавиатуре. А если на мышке, то есть средним колесиком ты переключаешь, смотря какое у тебя управление. Может, ты на приставке играешь, там вообще все по-другому. Убейте крушителя. То есть, когда ты делаешь все вот это вот, у тебя здесь добавляется пятерочка. То есть, это вот так ты открываешь вот эту Сайдунерт, какую-то, блядь, пушку. Ее не выговорить, на самом деле. Все оружие здесь — это абсолютно другое оружие. Вообще, я не знаю, почему так называют. Но видно, что-то с законами в Америке. Штурмовые винтовки, как ты видишь, у меня вот, в принципе, все открыты. Все открыты, а вот боевые винтовки, вот некоторые надо открыть еще, как ты видишь, и прокачать, да? Но баспей я прокачал. О прокачке чуть-чуть попозже поговорим. Пойдем в игру, я тебе все покажу, как играть, как прокачиваться. Что в третьей зоне, в принципе, я там бывал уже не один раз в третьей зоне. Вот, пистолет, пулеметы тоже прокачиваю, как ты видишь, сейчас этот, потом этот. А вот этот уже придется тебе делать, опять-таки, как я говорил, дейлики. То есть ты выбираешь оружие и смотришь. А вот он, ежедневное испытание 3 пройти. Но, когда ты проходишь все это, да, новое ежедневное испытание, тут дополнительно появляется, ты дальше проходишь, эвакуируясь, просто эвакуируясь нормально, пострелял, выполнил контракты, и циферка прибавляется. То есть, получается, ежедневное испытание на одном ты можешь открыть одно оружие. Просто выходя и делая вообще какие-то движения. Также и снаряжение у нас есть, это важно. Да, кроме оружия у нас есть и снаряжение. Его ты тоже открываешь. Вот, тоже открываешь. Я только экстремальный газ здесь не открыл. Здесь Сентекс открыл. Штурмовой дрон открыл. Контактная мина не открыл. Заряд С4 и коктейль Молотова. Я, честно говоря, пока забил на это. Здесь же я открыл абсолютно все. Как ты видишь, это тоже открывается по миссиям, по дейликам. То есть, если ты хочешь открыть, ты открываешь. Даже можно вот так поставить. Допустим, здесь что-то не открыто. Ты можешь нажать сюда, и награды арсенала включены. То есть, сейчас ты будешь минку делать, да? Но мне минка вообще нахер пока вообще не нужна, как бы. Здесь минка, да? Зачем мне ее делать? Я просто нажму, вот, выберу и выберу себе то, что я делаю сейчас. Я хочу открыть это оружие, то есть минка мне пока не надо.
И вот, акт первый. Давай, погнали в игру. Дальше я тебе покажу, как прокачиваться, что находить. Как ты видишь, крушилка у меня есть, но нету заморозки. Поэтому мне нужна будет заморозка, а также необратимый эфирный кристалл. Для чего они нужны, я тебе сейчас покажу прямо в игре. Они хранятся здесь, они не исчезают. Вот такое надо добывать. И еще ключик гаечный. К сожалению, его нету. Вот так я подлутался, третья бронька, средний рюкзак, противогаз обычный, авиаудар. И да, я ходил в третью зону, в общем, да, я ходил уже туда не раз. Поэтому идем, нам надо заморозка и готовимся, кстати, может выкинуть. И ты останешься без никакого оружия, без никакой брони. Дальше сейчас я тебе расскажу уже на карте, как что делать. Ну что ж, вот мы загрузились в бой, значит, да, вот такие вот у нас ребята здесь. Первым делом открываем карту и смотрим. У нас здесь есть саботаж, который я бы не брал. Я бы брал бы вот эти вот контракты, если их никто не заберет. Чем быстрее, тем лучше. Тем более, что здесь есть перемещалочка. Вот такая вот перемещалочка, очень быстро. Для чего надо это? Бах! И у меня оружие уже прокачано. Допустим, мне не надо идти вот сюда, вот, да, в эту прокачку. Где она, боже? Здесь все меньше, вот она, улучшайзер. Мне не надо идти в улучшайзер просто, да. Сейчас я торможу, конечно. Вот, и прокачивать оружие. Также редкость оружия. Есть такие ключики, которые я вот сейчас хочу взять. Вот, я хочу взять их, поставить. И чтобы у меня было, значит, редкость оружия зеленое. Допустим, вот сюда вот тоже можно в улей зайти. И его отлично подлутать, этот крепость эту. Вот, но сейчас давай займемся больше контрактами, потому что ребята что-то бегают, они не знают, что делать. Хотя вот этот вот зашел правильно. Он зашел правильно. Там много чего может быть. Понимаешь, много чего может быть. И перед тем, как лететь, сразу глянем. А контракт уже забрали, как бы. Но вот еще есть споры контракт. Есть. Это очень интересный контракт. Как раз заморозка там в спорах. Вот в этих вот спорах, в этих яйцах, да. Она может быть. Как раз то, что именно мне надо. Но я рекомендую брать контракты все-таки на охоту. На охоту контракты. Искать вот такие вот ящички. Такие маленькие, большие. Как ты видишь, здесь эфир есть. Это то, что надо. Мне надо 10 тысяч. Мне уже не надо 5 тысяч, допустим. И идти вот сюда, вот в этот улучшайзер сраный. Тем более, возле нас есть выход. И там можно тоже фармить. А фармить каким образом, я думаю, ты догадываешься, брать, прокачивать оружие. В принципе, у меня уже с этим оружием я могу там фармить деньги. Вот, кроме денег, прокачку оружия. Просто вызывая вертолет, бегая там, постоянно будут появляться зомби. Вот, этих зомби ты убиваешь с каждым вертолетом, их больше и больше. Также пулеметы можно брать, кто-то спрашивал, где брать пулеметы. Ребята, во второй зоне в магазине есть третья броня и пулеметы. Есть все. Здесь споры, здесь мы берем просто, вот, так идем. На первый круг взяли и просто выкидываем его вот сюда. Вот. Быстрее выкидывай. Вот, броню берем. Вот, сейчас смотри, что происходит. О, собака, ну, собака поздно пришла. Вот, уничтожаем яйцо, забираем. Вот мне как раз собаки очень нужны. Гавчики, да, гавчики очень нужны. Идем быстро на другую спору. И здесь тоже, в принципе, то же самое. Кидаем. Можно сразу, если рандомы нормальные попадаются, да, я не знаю, ты с командой или с рандомами играешь. Вот, они берут тоже, и это будет... Происходит гораздо быстрее все происходит. Вот, как ты видишь, оружие прокачалось. Берем, оно не сразу берется, конечно, и идем дальше. Вот, не забываем вставлять броню, три плашечки, это стандарт здесь играть. Конечно, не на первой зоне, вот, на первой зоне можно и с одной плашечкой побегать, и, ну, зомби фармил бы я бы, конечно, с двумя или с тремя плашечками. Потому что их просто куча, и они приходят ниоткуда. Вот. Одной спорой меньше. Дальше берем, подняли. Перезаряжаемся. Ядерная бомба. Кто-то сделал ядерную бомбу. Вот кто-то здесь делает, но, видать, я не знаю, умеешь делать? А ну покажи. Да, умеет делать. Все, идем на другую спору. Это нам дает преимущество некоторое. Быстрее сделать этот контракт, потому что над контрактами... Над контрактами просто
Ну, просто так сидеть долго делать их не стоит. Также модификация шар, она восстанавливается, эта модификация, вот, она поглощает зомби. Но тут, как назло, почти зомби нету у нас, да? Ну, вот появились вовремя. Вот, вот такую модификацию можно использовать всегда, в принципе, абсолютно всегда. Она появляется постоянно. Вот, и последнее наше яичко. Здесь бывает заморозка. Я тебе объясню, где бывает. Просто мастерские, да. Где моя награда? Почему не показывает? А, нет, у нас споры все-таки есть еще, ребят. У нас есть споры. Чувак еще не сделал спору, да? Вот, он поставил, но просто фармит зомби. Он не уничтожил их. Либо не знал, как это сделать. Вот эти ящички подлутываем обязательно. Здесь... А, вот и заморозка, кстати. Вот это то, что мне нужно. Вот, заморозка. Теперь я буду замораживать. Случайный перк, и замораживать мне надо собачек. Сейчас найдем зомби любого. Не всегда. Вот, заморозился. Желательно стрелять очень-очень маленькими очередями, потому что большими ты просто его убиваешь. Вот, заморозился, и уже 5000 есть, как бы. Это очень хорошо. Но мне надо не зомби, мне надо собачки. А значит, собачки есть в экстракторе. И мы получим еще деньги. И пора, надо будет отправляться во вторую зону и улучшать оружие свое. Вот, обязательно надо. Я думаю, что рандомы еще не улучшили его. Вот, никак. За зомби тоже дается денежка, но... Если и фармить, то уже фармить на выходе, в принципе, да, если ты прокачиваешь оружие, вот заморозка. Но собачки я, как всегда, я не вижу. Когда они нужны, их нету. Я надеюсь, что на экстракторе будет пару собачек, и я их не завалю. Вот, это однозначно будет хорошо. Так, берем еще один контракт, очень-очень сильно надо деньги. Время не сильно много здесь, но больше, чем в ДМЗ, я бы так сказал бы, да. Так, вот и сборщик наш приехал. Не забываем зомби поднимать патрончики. Вот, можно и одну собаку попробовать, я думал замедлить, но мне кажется, это не получится. Не вариант. Не вариант одну замедлить. 5730 у меня, у некоторых уже по 8, по 7, они просто фармили так, но таким способом лучше на выходе фармить. В принципе, на выходе ты больше, наверное, получишь эфирия вот этого, ну, денег, грубо говоря, по-нашему денег. А вот и собачка. Нет, она умерла. Она не заморозилась даже, понимаешь? Она не замораживается. Она не замораживается. Она, вот этот замораживается, смотри. А как собаку заморозить? Давай, давай, давай. Сейчас пойдут здесь они везде. Берем удвоение очков, это важно. Вот. Удвоение очков приносит нам тоже денежки. Собака, собака. Не, она взрывается просто. Как я одну заморозил, я понятия не имею. Как и замедлил ее. Еще уровень поднял, но так поднимать уровень не очень хорошо, да? Может, от бедра попробовать. Я не знаю, почему собаки так плохо замораживаются. Вообще, игра может вылететь в любой момент. Собираем плашечки. Они просто взрываются сами по себе. Я не знаю, что с собакой надо делать. Подожди, не иди туда, не беги. Я тебя заморозить хочу. Господи боже мой. Эти без проблем замораживаются, но собака нет. Мне надо увидеть собаку заранее. Собака есть у вас? Ставим сюда перк этот. Извиняюсь, что громко-то. Но тут по-другому никак. Крушитель. Крушитель он сильный, если у тебя оружие не прокачано. То тут зомби тоже можно покачать немного. Собака. Нет, она взорвалась. Ёб твою налево. Она взорвалась. Она просто взрывается.
Вот, атомную бомбу, когда ты прокачиваешься, желательно не брать. Нифига себе, ко мне рандомы пришли. Один пришел, да? Так, ну экстрактор почти целый, в принципе. То чего жаловаться? У нас, блин, гав-гав. Эти замораживаются. Собаки, не знаю, может во втором круге будут замораживаться. Может у них там КП больше. Вот, вот эти вот кушаем тоже обязательно. Обязательно, если видим, это деньги. Это деньги. Давай, 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 поехал. Вот, как собаку заморозить, а? Ну, я стрельнул, она не умерла даже, понимаешь? Она не заморозилась. Короче, надо одной пулькой стрелять в нее как-то. Одной пулькой. Одной пулькой стрелять в нее. Шарик восстанавливается, так что все нормально. Сейчас большинство отсюда пойдет, у них спаун одинаковый у зомби. Меняем пока можем. Вот. Ой-ой-ой, ну ладно. Я случайно взял, зато зомби сдох. Вот. Что экстрактор даст, я уже не помню, что дает, но перки тоже дает, неплохие. Поэтому самое главное, деньги дает. Ничто не помешало взлету. Да ничто не помешает. Давай, взлетай там 68%. Нет, собаку, я не знаю, как собаку заморозить. Все, взлету ничего не помешало. Нашему. Делаем быстро квесты. А, ну здесь баночка. Можно забрать себе, а можно отдать тебе. Здесь ценный предмет. Давай, выпивай. Если тебе надо, выпивай, брат. Помогал. Помогал, выпей баночку за меня. Значит, смотрим быстренько другие контракты. Меня интересуют вот такие вот контракты. Вот, убить кого-то. Вот, убить кого-то, да. Допустим, я не знаю, кто авиаудар. Я на контракт ставил, здесь контракт. Вот, поэтому очень хочется его сделать. Это быстро можно делать. Хотя 10 тысяч у меня уже есть, и я могу идти во вторую зону. Вот, но хочется чуть-чуть побольше, потому что у меня нету саморезика. Как ты видишь, саморезик можно найти в аптеках, полазить. Но лучше это опять-таки делать во второй зоне. Почему во второй зоне? Все просто, надо еще на заправку зайти. Именно там, где грибы, там, где все. Там бывает газ, да. Я так и не понял, квест он взял, нет? В этих, смотри, как хорошо замораживаю, а? Но... Но все, только кроме этого, кроме собачек. Вот, в таких контейнерах тоже бывает оружие, но если ты входишь в третью зону, самую шикарную зону, как по мне, да, куда ты входишь, ты можешь купить. Туда надо входить сразу, чтобы 20 тысяч было на кармане, допустим, у тебя. 15 тысяч оружия улучшить до золотого. Вот, естественно. И сделать супер-пупер, можешь купить себе пуху. Какую-то очень крутую там на стене, в принципе, есть пушки. Золотые уже. Вот, ты ее можешь купить там. Именно в третьей зоне. Вот, третьей зоны не надо, конечно, там, я не знаю, бояться, не ходить туда, постоянно по первой ходить. Конечно, если ты прокачиваешь пушки и прокачиваешь вообще персонажа, вот, полностью можно идти... Да мы его быстро сейчас. Вот и все. Вот и все. Вот, здесь тоже баночка, к сожалению, дается. Ну, каждому причем. Каждому баночка дается. Каждому абсолютно. Так, здесь у нас контракты зачистка станции. Я бы не брал бы на самом деле этот контракт, а пошел бы, нашел бы улучшайзер. Вот, улучшайзер нашел бы, центр наемников. И улучшайзер здесь тоже так не везде прям вообще. Бывает по краю карты, да? А бывает хер знает где. И вот он улучшайзер. Вот, я бы пошел бы улучшил уже пушку до второго уровня. Это даст некий буст. И, в принципе, там уже можно будет посмотреть что-то. Конечно, надо больше было контрактов брать. И если что, у нас тут на выходе, ты видишь, тут зеленый ходит. И вечно люди тусуются. Здесь, в принципе, прокачиваются.
люди. Но так как уже 30 минут это так немало, случайно в игре, да, можно, в принципе, сходить сюда, быстро прокачаться, вот. Попробовать посмотреть, сколько оно дает, а потом уже сходить, поехать быстренько во вторую, в третью зону. Да, я думаю, здесь зомби будет много сейчас. Вот, также патроны, броню, все это сейчас мы пополним. Возможно, там собачки будут, я точно не знаю. Я точно не знаю, что там будет, иду вот, сюда. Но я иду сюда и попробую прокачаться. Ой, там уже пушек, смотри, сколько наставили. Вот, я тебе заодно покажу турели. Турель покупается во втором этом, и, ну, здесь фармить вообще смысла нету уже, но я тебе так покажу на других примерах. Видно, уже посмотрели какие-то ролики, скорее всего, зарубежные, потому что на зарубежных это неделю назад было. В принципе, я тоже ставил так неделю назад. Вот, они поставили, смотри, сколько пушек, вызывают вертолет, пушки можно ставить очень просто. Очень просто, и это наш поставил, походу, да. Это наш чувак поставил. Молодец. Вот как ставишь. Просто нажимаешь ставить и здесь нажимаешь подобрать. Вот. И постоянно он так, как он и делает. Вот. А этот смотрит, да. И думает, да? Думает, читер, наверное, какой-то. А нет, это баг. Но его скоро пофиксят. Вот. Сейчас будет зомби и посмотрите как. Это хорошо, что наш игрок... Вот, у вертолет. Вот, но тут не подфармишь с ним, потому что надо тоже пушки ставить. Не особо подфармишь, да? Бомбу никогда не берите. Тут у нас уже кто-то подох. Это не у нас, это вообще. Вот, таким образом тоже фармятся деньги. Но я бы не сказал, что слишком быстро. Загоним их в канаву сюда. Вот, это еще мало зомби. У меня такие зомби ходили здесь просто толпами. Просто толпами. Ну, подлутаться можно. Подлутаться можно. Вот 13 тысяч, в принципе, да? Запомним. Вот, но у него там будет опыта вообще очень много. Вот, пойдем к рандому сейчас с этими закончим. Боезапас пополним. Вот, и побежим, значит, во вторую зону. Я думаю, в этой зоне вы все видели уже. Вот. Но есть один минус в этой истории всей. Есть один небольшой минус. Вот, я плашечки собираю, мясо не беру. За мясо можно собачку купить. Вот, собачки я не вижу здесь. Так, плашечки подобрали, патроны подобрали. Ой, это я нечаянно. Это сори, я нечаянно. Вот, 8 плашечек есть, КамАЗ. Убитый напрочь. Убитый напрочь, но мне надо спасти моего другого рандома. Вот, я иду. Иду сюда. Вот, иду к нему. Как ты видишь, звук... Опа! Появился. То есть звук машины не едет с машиной сейчас. Это вполне нормально. Для Warzone, то есть это, ну, всегда так было. Он пошел во вторую зону. Скорее всего, у него не прокачано оружие, и его кто-то убил. Я так думаю, наемники убили. Вот. Там, мне кажется, вот эти животные убили. Я ж тебя не заморозил, но почему? Ты ж второго уровня, почему этого замораживаю? Вот. Поднимаем. Лутаем. Точнее, не лутаем, поднимаем. Вот, нормально все, нормально, вот. А я иду улучшайзеру. Блин, мне бы подъехать. Хотя, ну, машина убитая. Вот есть машина. Я пошел за этим грузовиком к улучшайзеру. С этой пушечкой, в принципе, зомби можно убивать. Но я бы не тратил бы патроны, честно. Опа, у меня пополнились патроны, смотри, даже... А, у меня зависло уже все. То есть один минус того, что вы фармите зомби вот так вот, это улет сервера напрочь. У меня нету даже парашюта. Я уже завис. Вот, я думаю, что я так перезарядился. Как бы я абсолютно завис, повис, опа. Опа, это не я иду, это он идет так. Как ты видишь, вот так вот Call of Duty работает. А, вот так вот она работает.
То есть, ну, в принципе, эта ошибка еще нормальная ошибка. Это когда ты много турелей ставишь или многие фармят, значит, на выходах. Очень многие фармят, сервера не справляются со своими зомби. Вот, потому что зомби там тысячи идут просто. Просто тысячи спавнятся после 5-6 вызова вертолета. Их тысячи. Большой плюс, ребята, большой плюс в этой ошибке то, что у меня остается необратимый кристалл и все остается как прежде, да, но только рой мой уже прокачан на максимум, допустим, да, я его уже прокачал на максимум. Вот он, рой, также страйкер прокачал, и с этим я вообще абсолютно не ходил ни разу, абсолютно не ходил и хочу походить, допустим, оружейник, он у меня первого уровня, что я могу поставить? Очень интересно, что я могу, в принципе, все поставить сюда. Я не знаю, с чем это связано, оружие первого уровня. Но я могу вот прицел поставить, это какой-то еще чертеж, да. Магазин поставить, допустим, на соточку, карбоновый рог, АМР-9. И я не знаю, с чем это связано. Это, ну, абсолютно разное. Разное оружие, да. У меня это не прокачано. Но ладно, давай тогда соберем его, да, подставную планку поставим какую-то, не поставим. Дуло обязательно поставим, Сингвард глушитель, он мне потому что нравится. Скорость прицеливания при ходьбе, допустим, какой-нибудь так ствол поставить. Вот, готовность, готовность. И приклад я даже не знаю. Контроль, контроль отдачи, вот скорость бега, вот. То, что надо. Соберем так... Просто пока соберем, допустим, эту пушечку и отправимся опять. Причем делики мы, когда вылетаем, получается, не выполняем. Нифига, да? Я вот выполнил, смотри, здесь. Выполняем, да, и идут уже циферки, точнее, я хотел сказать, уже 6 из 8. Вот, и этот выполним. А тогда просто, когда все выполним, мы этот делик никак не поменяем, просто будем выходить, и, значит, будет 7 из 8, 8 из 8 и так далее, тому подобное. Тем более, здесь будет дополнительное еще испытание. Вот так вот игра это работает. Итак, ребята, ну что ж, вторая каточка, как вы видите, у меня два рандома с одинаковыми именами. Абсолютно, абсолютно одинаковые имена, но вы не думайте, это на самом деле один рандом. Просто второй вылетел, да, второй вылетел рандом, и у нас уже есть какие-то денежки. И также мы сделали, смотри, много чего сделали. Я быстренько сделал пару контрактов, а это значит, что мне можно идти к улучшайзеру второму. И, как всегда, рядом я здесь его просто не наблюдаю во второй зоне, да, этот улучшайзер. Он где-то сбоку, вот он. Вот он, это, блин, это получается единственное, мне придется взять вот эту тачку. Подожди, не бей! Да, я возьму машину, так, вот так будет быстрее. Пойду быстрее, также магазин найду и продам все, что во мне внутри. Я опять нашел еще один улучшайзер, вот такой вот, и, конечно же, сделал лед. И теперь пушка у меня синяя, то есть уже даже не зеленую, а синюю нашел с последней охотой. Вот, это нормально. Зомби дают деньги, но не так, чтоб сильно. Не так, чтоб сильно, ребята, дают. Они опыт дают. Пушка уже до 4 уровня прокачалась. Сама по себе как бы. Так, где машина? Стоп. Мы поедем на тачке. Вот, на тачке будет быстрее однозначно туда добраться. Потому что раньше их как-то больше было. А сейчас ты как видишь... да, вверху синенькие денежки есть. Но я не буду. Ты же хочешь третью зону увидеть, правильно? Здесь у нас снайперы, ёб твою, налево. Вот вас не хватало здесь, а? Тут контракт взял, что ли? А, не делает, не могу понять. Вот, делайте контракт, ребята. Так, хорошо, едем до магазина. Вот так рандом один вылетел, один остался. Ну, что ты поделаешь? Вот такая вот игра. Вот такая вот игра. И все равно в этой катке тоже фармят. Фармят безбожно. То есть, по сути, я играю сам. На данное время. Просто сам. Потому что мне надо через мост приехать. Хотя рандом где-то там помогал мне, да, какой-то контракт делать. Вот она, эвакуация вторая. Кто-то спрашивал. Во второй зоне, пожалуйста, есть эвакуация. Есть еще ш... Да ёб твою налево. А что у меня сбилось? Блин, вот это вот просто магазин исчез или что? Что произошло? Я же не магазин метил. Я метил улучшайзер. Вот он. Почему ты сбиваешься, собака вонючая, а? Мне здесь не спуститься никак, хотя... Хотя есть один способ, но не очень. Ладно, здесь есть подъем.
Я вот так сделаю. Вот, здесь послушники уже эти есть, непослушники во второй зоне. Ну, я, честно говоря, фармить долго, будет ролик долгий. Я сейчас оружие сделаю. Вот, синее и плюс вот это вот я сейчас сделаю, прокачаю его здесь в улучшайзере. Здесь 10 тысяч стоит, а на следующее мне не хватает 13 тысяч, потому что стоит 15 оно. Вот, но мы с тобой все равно без самореза прям пойдем, вот он наш улучшайзер. Здесь очень аккуратно, ребята, здесь ходят зомби под полом, как говорится, читеры ходят, да, под полом. Поэтому, ну, включи оружие. Улучшаем его до синего, вот. Кстати, чтобы здесь побывать, вполне нормально. Противогазы проверяем, но это обычные, есть фиолетовые противогазы. Куда лучше эти? Вот. А, вот и третья бронька, смотри, найти можно. Здесь подсумок для брони. Вот, что я нашел, даже можно не покупать, да? Казимир, Казимирыч есть, да. Так, хорошо. Это снаряжение такое. Давай походим, посмотрим, во. Отметил пистолет. Пожалуйста. Фиолетовый есть. Возьмем его просто в тайник себе. Вот, потому что сейчас зомбаки придут. Мне бы, знаешь, что хотелось бы? Мне бы очень хотелось бы саморез. Вот, уже 4-й уровень, я не знаю, кто чего. Потому что без самореза туда идти, ну, тебе показать можно, да? Импортный чай, нет, не нужен мне. А на саморез мне, по-моему, не хватит. Я уже не помню, сколько он стоит, но вроде, ну, никак не хватит. Вот, и плашечки хотя бы купить. На саморез просто не хватит. Ну, тем не менее, мне надо магазин. И здесь лутаться лучше в этой, во второй зоне, когда ты оружие прокачал, конечно же. Потому что так нет, так нет, так не лучше. Вот магазин он. Тут у меня грузовик. Так, броню я ему отметил, я не знаю, где он даже, ребят. Он где-то там в первой зоне. Они вообще не хотят идти во вторую зону. Где магазин, я отметил. Блять, столько меток. Нахера мне эта машина? Мне магазин, пожалуйста. Отметь. С метками покупок тоже работает как-то, ну, крайне спорно. Крайне спорно. Мало боеприпасов. Вообще нет боеприпасов. Вот. Можно здесь, кстати, пополнить, потому что второе оружие, возможно, понадобится. Вот. С синим оружием уже проще. Проще этих убивать, как ты видишь. Ну, точно так же, как с обычным, наверное, первых зомбаков убивать. Вот. Ничего сложного такого нету в этой зоне. А в третьей, тем более, ничего сложного нету. Кто там? О-о-о. Третья зона. А здесь уже все обчистили, да? Патроны мне дадут хотя бы. Вон там уже выход. Мне все равно до магазина надо продать все, что я насобирал. Авиаудар у меня есть, это однозначно. Если ты будешь идти в третью зону, там сидит чупакал. Бля, да задрали. О, этого заморозил, смотри. Ну, еще плашечек принесите мне. Давайте я вас тут постругаю немножко. Чисто ради патронов. Ради патронов и плашечек. Патроны обязательно подбирай, зомби, потому что бывает так, что заканчиваются и все. А, вон он, послушник. Вон он, послушник, кстати, стоит. У меня был квест убить его. Находил я его только в этой зоне. Вот. И смотри, что во втором магазине есть. А, я нажать не могу, да, точно. Я могу один раз зайти в магазин, а чтобы зайти второй, надо вот так сделать. Здесь есть 10 тысяч, вот турели ваши, пожалуйста. Вот сама реанимация 5 тысяч, вот рюкзак, серия убийств, пропуск цитадели, все здесь есть. Но, к сожалению, так, на послушника я вряд ли пойду сейчас. Вот собачка, да? Заморозилась? Да нет, блин, я не знаю, с какой пушкой. Надо не с прокачанной идти. Я с одного выстрела ее просто шотаю. Я просто шотаю, тем более это, ну, это пистолет-пулемет. Вот, я хотел показать третью зону, и я ее покажу. Да, я умру там, но ничего страшного, я знаю, где подлутаться. Я знаю, где ходить на послу... О, собачка. Сука, а чё ж ты не заморозилась-то, а? Тварь, а? Как вы видите, с этой пушкой зомби легкие. Чтобы были зомби легкие в третьей зоне. Где она, кстати? Давай я тебе покажу третью зону и магазин. Но возле магазина, здесь, возле Олд Тауна,
стоит по-любому. Вот он, улучшайзер, вот он замок, да. И, ну, здесь в замке я даже не знаю как. Пойдем сюда. Там в замке такая чупакабра стоит. Я не знаю, видел ты или не видел. Вот, надо просто прокачиваться. Обычно у меня денег хватает. Сейчас с этих броню патроны быстренько. О, патронов почти нету. Но плашечка брони есть, да? Вот, во второй зоне с синей пушкой и уже редкость, когда у тебя синяя, именно синяя, не зеленая. Хотя и зеленые, когда прокачал на синюю, тоже все нормально. О, вон он. Если ты видишь, это чупакап. Мега отродье. Короче, мегалодон я его называю. Но это мега отродье. Вот он на входе. На входе в эту зону стоит. Сражаться без самореза. Ну, это такое дело. Вот он, мега отродье. До магазина я сюда и не пройду. Даже эта пушка дамажит его. Сейчас луч будет делать, бля. Не то слово. Вот, сейчас бы и не повисло, потому что может повиснуть. Ну, мега отродье троем, ребята, с синим оружием вы убить можете. Блин, оно здесь где-то, да? Здрасте! Стрелять по ротику надо. Прошу поддержку. О, я тебя заморозил. Ёб твою, спасибо. Ну, тебя по-любому заморозил, да. Чё ты там? Как себя чувствуешь? Если бы эти еще не лазили. Короче, мега отродья убивать можно. Но это будет медленно сейчас. Вот, тем более с ППшки. Да херу ты сюда пришел. О, ребята залетели. На кабане прямо, а. Синтекс есть, ага. На, на. Кушай, 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 мега отродье. Нет, ты мне ротик показывай. Ротик не хочет показывать, да? Здравствуйте, сэр. Вот, это в третьей зоне самое, самое мощное. Ротик, 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 ротик. Показывай ротик. У него там не один ротик. Да, 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 да ты чё? Вот, но у меня так как рандом китайский, не знаю. Есть нормальные рандомы, да? Которые ходят сюда. Пол хп уже. Так, подожди, а где мои зомби? Алло, вы мне нужны? Я ж так фармить буду. Мега отродье, дай мне зомби. Одной башки нету. Секир башка. Только не уходи. Жопой повернулась. Да ты чё, тварь? Ко мне жопой. О, ты пришел, да. Бля, без патронов пришел. Говнюк. Ротик, покажи мне. Идет кто, не? Ой, спасибо тебе, рандомчик. О, так, так, стой. Стой, я хочу мега отродье. Оно отвернулось, понимаешь? Вот, 2-3 авиаудара, хотя бы по одному на каждого. Это реально. Ты с патронами, брат. Не, ну это не серьезно. Блин, надо спрыгнуть, получается, да? Получается так. О! О, нормально. Нормально, брат. Нормально, так и стой. Так и стой.
Пол ХП сам снял. О, здорово, братва! Отвлекающая. Отвлекающая не сильно мне нужна. О, смотри, другие пришли. Слышь, это мое мега-отродье. Другие пришли мега-отродье брать. Вот авиаудар надо. Это говна не надо. Ну, короче, сейчас заберут, да. Блять, это мое мега-отродье. Бля, мы убили мега-отродье. Я бил его, ёб твою. Я бил мега-отродье. Я бил. Но зато у меня большой рюкзак теперь, понял? Вот так вот. Я сажусь к вам. Поехали, ребят. Так, ну, денег не прибавилось, конечно, да? Но мега-отродья убили. Убили. Так, я хотел еще показать вам, что в магазине там. В общем, магазин там получше, чем здесь. Но так как осталось 17 минут, я не знаю, куда ребята едут. Едем на эвакуацию. Заканчивать ролик тогда, да? Вот здесь можем выйти. Вот, ребята, спасибо, что подвезли. Конечно, мега-отродье. Я больше половины ТП. О, собака, собака, собака. Сука, не заморозилась, а? Ты, слушай. О! Так нечестно. Так нечестно. А, их двое. Я думаю, что так больно. Я перезаряжусь, ребят. Можно? Можно? О, здорово, ёб твою. Так, что-то с него вывалилось. Может, что-то забрать. Так, в рюкзак. А, минку. Минку я зря в рюкзак, в принципе. Хотя, ребят, хотя. Вот патры, броньку забрать, да? Так, вертолет улетел. Они тут фармят зомби, я не пойму, на второй зоне, что ли. Фармить надо на первой. В общем, ты видел все. И мега-отродье. И не мега залутали, а? А, ребят, поумнели как, а? Ну, для меня сейчас, что вот эти зомби, да, со второй зоны, честно говоря, что с первой, это одинаково, плюс-минус. Плюс-минус можно и их фармить здесь. Если там фармят, то просто возьмите себе еще 15 тысяч, да? Точнее, еще вот мне вот еще 10 тысяч, и я могу прокачать оружие. Полностью прокачать оружие. И будет нормально. Ставим минку. Где-то тут еще было. Минка. Берем полный запас патронов. Берем броньку. Авиаудар не надо. Ты че по мне, а? Авиаудар не надо. Уйди, зомби, бля. Короче, собираем их в кучку. Да, здесь кто-то фармил. Посмотри, сколько много их. В общем, я тебе все механики рассказал. Обязательно прокачивай. Прокачивай оружие. Прокачивай квесты свои. Потому что без квестов ничего не будет. Да, здесь кто-то подфармил жестко. Причем, бля. Жестко. Вот бьют они жестко, да. Бьют они жестко, конечно. О, смотри, идут, 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 родимые, а? Запишу это в графу успех. Не могу в сторону. Мне надо оружие немного прокачать. Надо же оружие тоже прокачать, правильно? 22 минуты. Я пошел, ребят. В общем, на эвакуацию. А то не успею. Все, я побежал. 9-10. 4.
И здесь еще немножечко. Покромсать вас, а? Кто здесь ползет, а? Перекусить? Да, я уже перекусил как-то. Я уже перекусил. Ну что ж, ребята, вы сами все видели. Мега отродье видели, первую, вторую, третью зону тоже видели, да? Только до магазина я не добежал, денег не было. Как фармить, видели, контракты, вы понимаете, о чем я, да? Вот это надо завершить, бонусное завершить. А когда дейлик полностью закончится, можно, в принципе, просто выходить. И сюда будут циферки добавляться. Вам вот так можно открыть оружие. Единственное, что, ну, с заморозкой, ну, никак вообще, я не знаю. Вот сколько собак... А, нет, одну я заморозил. Ну, до 10 так будет идти долго, конечно. Я не знаю, какую пуху брать мне, чтобы заморозить их. Возможно, какую-то на какую-то первую с собой пуху тягать, такую маленькую, знаешь, по урону, потому что ты видишь даже с этой пухой, в третьей зоне, даже во второй зоне собачкам я вешаю буквально пару пулек, и они подыхают. То есть вот такой вот гайд получился, да, такой обзор полноценный уже как бы. Я надеюсь, тебе очень сильно понравилось, в принципе, мегалодона посмотрели, да, мегамонстра. Все посмотрели, показал, как фармить, даже не пришлось пушки покупать, потому что уже рандом купил пушки, вот. Пока-пока, до скорого, не забывай, лайк, подписочка, колокольчик, все дела, ну, ты знаешь.